Стать старше на 4 года, вы как-то советовали, поможет ли это? У нее нет сил никаких, чем ей помочь. Можно сделать ее на 4 года старше, как я это делал раз. Второе, мне в свое время очень помогло средство такое. Я тоже болел лимфомой и лимфогранулематоз по-русски. И что вот приходилось делать? Мне посоветовали использовать вот что. Брать грецкие орехи, листья и заваривать их кипятком. Брать необходимо было так, ну приблизительно такой пучок 100-200 грамм, резал я ножом, после этого заливал горячей водой. Тот раствор, который получался, я принимал по 50 грамм, по рюмочке 2-3 раза в день. А саму воду этой водой каждый день после того, когда принимал душ, этой водой натирался. Вот такой водой от ореха. Мне это очень помогало. Также я принимал ванны, тоже пользовался этой водой. Действительно, очень хорошее было состояние. Снижалась температура, было облегчение и получалась терапия. Очень-очень хорошо. Печень уменьшалась в размере, селезенка. Хороший такой способ. Ленопадалка. Вы когда-то говорили, что если человек болеет, нужно отметить день рождения на 3-4 года старше, чтобы избежать неприятностей. Михаил 69 лет, это может ему помочь. Вы знаете, это скорее частные такие случаи, чем нет. В моем случае, видимо, тот человек, который занимался расчетом, выявил в астрологическом квадрате этом, что время моей смерти, это через 4, вернее, время моей смерти вот сейчас наступает. Именно поэтому он посоветовал переступить это время и подождать, когда оно пройдет. Поэтому я сделал себя на 4 года и несколько лет с этим жил. Это не может быть вот гарантией на 100% того, что этот способ может помогать. Вообще, как человек болеет и какие существуют способы избавиться от этих заболеваний. Сделать необходимо следующее. Человек должен знать, что человеческая душа, которая находится в человеке, она нетленна и она постоянно связана с высшими силами, связана с божественными силами. Ориентирование на этой душе, как ее найти? Найти, как вообще это все находится. Необходимо найти в себе ощущение где-то в своем теле, где вам максимально приятно. Максимально, даже если очень сильно больно, то все равно где-то находится место, где максимально приятно. У большинства людей это чувство, которое возникает за грудиной, за местом грудины, то есть внутри грудной клетки. Не напрасно говорят, что там находится у человека душа. Но это не у одних здесь находится, у кого-то находится в другом месте, у кого-то и в третьем месте. Это не обязательно находится именно там, где у меня. Медитация должна быть у человека на то, что он ощущает эту душу, и найти это возможно в том случае, когда человек очень сильно испытывает боль. То есть везде боль есть, везде очень сильно болит, но в какое-то месте в теле есть ощущение, будто если там находиться, то там легче всего. Обычно это и есть место нахождения вашей души, она связана с Богом. Если человек находит это место и ощущает связь с Богом, как эту связь необходимо найти? Необходимо сказать себе, я чувствую, как Бог меня любит. После чего все элементы боли, которые есть, сказать себе, это мне не принадлежит, пошло от меня. Это мне не принадлежит, пошло от меня. И вот таким образом как бы выталкивать из себя. Я говорю это серьезно, только в этой последовательности. Прямо говорить, мне это надоело, пошло от меня, это не принадлежит ни мне, ни моей душе, с волей, с божественной силой, я отправляю, это не мое, отстань, фу, пошло от меня. Вот таким образом можно справляться. Научите всех, это от меня вам вот такой метод, пожалуйста, используйте, можете каждому рассказать, мне не жалко, я хочу, чтобы люди справлялись. С чем я справился? Со всеми болезнями. Такой вот метод, он помог избавиться практически от всех болезней.